кто учителем не был, не знает глубинную сущность ее. Душой понимает, что главная суть у нее. Казалось бы, проще простого знания свои передать. Взять, обучить другого, мыслить, читать и писать. Но как пробудить душу в детях, чтобы к знаниям потребность была? И жажду узнать все на свете, как можно в них дольше жила. Задача стоит непростая, и справиться вряд ли любой. Здесь есть вот такая, и есть человек вот такой. Старается быть справедливым, умеет простить, поддержать. И к шалостям быть терпеливым и детскую душу понять. Зовется он просто учитель, родной человек на земле. Он с детства наш ангел-хранитель, звезда в нашей жизненной мгле. Черпает знания с колодца с прозрачной и чистой водой. С ним жажда познания проснется, и спить ее хочет любой. Ведет он по жизни питомцев, он часто их видит во сне. Он всех согревает, как солнце, учитель в тебе и во мне. Теперь эту воду с колодца и мы будем черпать рукой. Пусть в каждом из нас отзовется учитель с добрейшей душой. Как жаль, что не могут вместить эти строки всю нашу любовь, уважение, тепло. У вас на уроках всегда интересно, и мы понимаем, как нам повезло. Вы мудростью щедро делиться готовы, и каждому в классе найдете подход. Удачи, счастья вам, будьте здоровы, и пусть на пути лишь хорошее ждет.